Всем привет! Как дела, как настроение? У меня есть для вас ободряющее слово. Мы знаем то, что небеса, да, и все вокруг, да, вот эта природа, в которой мы живем, с которой мы соприкасаемся, она проповедует славу Господню. То есть она говорит то, что Господь велик. И сегодня мы поговорим о еле. Ель, она долгожитель. Она может жить 250-300 лет. И даже есть такие, которые 600 лет живут. Но есть такой факт, который мне показался очень интересным. Каждые 10-15 лет ель, она меняет корневую систему. То есть она избавляется от главного корня. То есть там какой-то вообще процесс, ну прям вау. Так вот, Писание говорит о том, то, что надеющиеся на Господа обновятся в силе, как орлы. Да, они обновятся в силе, пойдут и не утомятся. Поэтому воздай Господу славу, уповай на Господа, и ты взлетишь, как орел. Аминь. Благословляю тебя.